Доброе утро, дорогие друзья. 24 июля 2021 года. У нас работает лифт, и Саши поэтому вызвал своего ассистента. Потому что, говорит, с лифтом-то ему легко, а без лифта Саши сам. И did you give him sari? Он сказал, мальчик сказал, что он хочет тоже сари для мамы, для своей. Let him choose. Дай ему выбрать. И он вчера сказал, я тогда его позову, попрошу. Выбрал более ярко-фиолетовое. Ага, сейчас дам. Ага. Пластик. И для сестры, говорит, еще давай. Сайрам, how is your leg, okay? Не показывай никому, говорит. Сайрам. No chapel? He told me that hurt him. А, больно. Он купил шлепки, говорит, больно между пальцами. Выбрал неправильные. Саша говорит, ну возьми мои. Ага. У нас здесь так бывает. Я помню тоже, мы часто же так раздаем. И далее inside жене вотчмена. А, да, хорошо. Жене вотчмена, еще кому-то. И тут, значит, стук в дверь, буквально, я не знаю, там через полчаса, и пришли с делегация чуть ли там не, ну, много женщин. Мы говорим, да у нас столько и нету, но просто как-то хотелось порадовать соседок-то, вот. А они взяли и рассказали всем, и все окрестные женщины пришли за сари, просить сари. Ой, пожалуйста, самбар что-то не открывается. Да, он хорошо закрыл, этот мальчик, аккуратно, be careful. В следующий раз надо другую давать мисочку. Да, очень крепенько получилось. Ой. Да, начинает двигаться. Ага. Сейчас, ага. Be careful, this mine. О. Ну хорошо, главное, воля к победе. Проявили волю к победе. Очень хотела супчика самбар. Хорошо, для него немножко самбар, говорит. Чатни. Кокосовый соус чатни. У них, конечно, все эти перченые, очень перчено. Поэтому он и говорит, для меня немножко самбар. Он все равно все это не съедает, не выпивает. И две вата и одну идли. Так, приятного аппетита, дорогие друзья. Индийский завтрак. Indian style. Yeah, very lucky. Very lucky. You still don't want clothes? Don't want clothes? No. Я спрашиваю, ты до сих пор не хочешь занавески? Ну, дорогие друзья, я с уважением принимаю вот то, что он не хочет, потому что вот я даже где-то прочитала, что говорят, типа, повесьте по краям, заставьте еще что-то. Да зачем? Смотрите, обезьянки маленькие, что вот собачки, когда еще молоденькие, они играются как дети. И обезьянки играются как дети, вон. Они и есть дети. Сейчас я принесу вот эти вот две. Принесу приближающую. И третья пришла. Сейчас принесу приближающую камеру. Где тут она у меня? Где тут она у меня? У меня. Видите, я даже кушать не могу, как хочу поснимать эту индийскую красоту. Вот это вот колорит. Ой, боже, какое счастье я испытываю, глядя на все это. Thank you.
Да что ж такое, ребята? Вернитесь. Я только камеру принесла. Играйте дальше. Вернулись. Вернулись, кувыркаются. И слышите, у нас опять гонка какой-то. Вот жалко, что крыша серая, а обезьянки серые. Guten Appetit. Третьему тоже играть хочется. И вот у них такой рестлинг. Один за другим, посмотрите, перекатываются. Опа, опа. Кувыркается. Вот мы в детстве тоже так кувыркались. С удовольствием, легко и просто. А вчера на йоге даже не кувырки, а Мария сказала, ну сейчас вот мы там 3 минуты, мы должны... Сейчас я поем, ага. Мы должны, говорит, на спине чуть-чуть вот роллинги сделать. Так я обкряхтелась. Уже сложно было, а в детстве прямо наоборот там мама... Хватит кувыркаться, а мы кувыркаемся и кувыркаемся, кувыркаемся и кувыркаемся. Столько энергии. А у меня вчера зум что-то сбился, но правда 1,5 часа я отзанималась с ними. Много людей присоединилось к Марии. Ну все, друзья, пошла я кушать. You finished your breakfast? Слышите, слышите гонг? Вот у нас теперь каждое утро и вечер этот гонг тибетский. Не знаю, какими судьбами. Enjoy, хорошо, ага, сейчас. Ну, обезьянки так и продолжают веселиться. Друзья, моя утренняя чашечка кофе, присоединяйтесь. Присоединяйтесь, 8 утра. Приятного аппетита всем, кто завтракает. И хорошего настроения. Через полчаса, минут через 40, мы пойдем в мандир. Сегодня Гуру Пурнима. Гуру Пурнима. А я пока постирала. Что-то я сушу здесь мелкое. А крупное я сейчас на крышу отвезу. Где тут мое ожерелье? Мое ожерелье. Смотрите, массажерчик. Вот. И поедем с вами. Давно мы не были с вами на нашей крыше. I going to the roof for dry our dress. Поеду на крышу. Он говорит, ты уже готова в мандир, что ли? Я говорю, нет, я только сейчас развешу и... Буду готова. Гуру Пурнима, полнолуние, день Гуру. Июльское полнолуние, вот называется Гуру Пурнима. Вот эти плитки красивые, правда? Красота такая.
Обычно в это время веды идут или баджаны. Но иногда, когда праздники, то выступает кто-то важный. И вот сейчас как раз спич. Речь кто-то говорит. Тоже очень красивые, да? Плитки кафельные. Надеюсь, дождя не будет. И высохнет быстренько все. У меня что-то, друзья, вчера вообще не было настроения никакого снимать практически, позавчера. Совсем мало наснимала. Ага, вот это надо будет отнести. Это я потихонечку сюда скидываю то, что не надо.